します。Всем привет, меня зовут Елена Райтман, и добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны и не стали частью нашей огромной 4-миллионной семьи, то скорее подписывайтесь, потому что мы тебя ждем. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Все, ребята, сегодня ночью гудим, отмечаем. Ой, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там буду публиковать видео, фотографии из того, как отмечаю этот Новый год. Короче, будем вместе в чатике. Ну, поняли. Я думаю, сейчас многие из вас такие сидят, типа... Ты сейчас серьезно? То есть ты сидишь сейчас на балконе, мы увидели название, ты сейчас серьезно, типа, с Новым годом, Лена, что за видео такое? Честно скажу, думала, какое последнее видео в этом году снять. Очень много было разных идей, но мне пришла в голову, как я считаю, правильная идея. Я должна все-таки объясниться перед вами, что в итоге там произошло между мной и фейком Пейтона. Потому что все это время, сколько прошло времени? Год, если не больше, я держала молчание, я ничего не говорила, не рассказывала вообще никому. То есть даже мои знакомые, которые тоже в теме всего этого узнавали, даже друг, который, собственно, посылку вот эту вот мне передавал, никто не знает, что у нас с ним случилось. Дело в том, что в последний раз, когда он мне прислал свою посылку, я уже снимала видео, все было в порядке, как обычно, и там был какой-то набор лего. В общем, я открываю этот набор лего и вижу, что он уже был открыт. И мне это показалось странным, я сразу испугалась, что может быть там детальки, фигурки каких-то не хватает, еще что-то. Я все равно такая дотошная, думаю, да почему этот набор открыт? Ну, прям, понимаете, он был настолько открыт, что прям как будто в нем что-то там делали. Непонятно что, разорвано было, в общем, это не при доставке. Судя по всему, туда реально как будто кто-то лазил. Когда я разобрала эту коробку, решила посмотреть досконально, потому что я очень напряженно относилась, в принципе, к фейку Пейтона, я обнаружила, что к коробке из-под лего был приклеен вот такой вот кругляшок от Apple. Кто не знает, что это за кругляшок, короче, это типа маячок. То есть можно найти человека, его местоположение. Вот по этому кругляшку. Сказать, что я тогда испугалась, это, наверное, ничего не сказать. Я поняла, что эти переписки очень слишком далеко зашли. Потому что одно дело хихикать на камеру вместе с вами, да, там над какими-то его подарками, общаться с ним, еще что-то. Но другое дело, когда я живу одна, я девушка и какой-то парень. Я же не знаю его, да, мы общались, но я же знать не знаю, какой человек скрывается за фотографиями в профиле. Тем более за фейком. Когда человек знает твой адрес, это уже зашло слишком далеко. Я не стала никаких видео публиковать, ничего. Я просто взяла, заблокировала, а вся посылка, которая была, я просто ее выкинула, потому что это было небезопасно. Мое последнее сообщение ему было, это последнее, что ты мне прислал, и я его заблокировала. Конечно, он пытался со мной связаться, он пытался мне там и через Сбербанк, там, знаете, вот это по рублю мне, короче, и поскольку-то там кидал. Бесполезно было. Я просто не отвечала, я просто его везде, где можно только было, заблокировала. Почему же тогда я решила опубликовать это видео сейчас. С того места, где он знает, да, мое расположение, я уже переехала. Я живу сейчас в отеле, и в отеле тут все защищено. У нас есть охрана, у нас есть круглосуточный ресепшн. К нам на этаж просто так не проберешься, то есть нужна карточка, ты ее прикладываешь, там нажимаешь в лифте кнопочку, какой этаж тебе нужен. То есть вот таким вот методом. Сейчас тут все очень защищено, и поэтому несколько недель назад я его разблокировала. В общем-то, после того, как я его разблокировала, мы с ним пообщались. Я вам сейчас парочку смс-ок прочитаю. Даже не думал, что ты просто простишь меня. Ты сам виноват. Знаю, прости меня, все испортил. Просто больше так не делай. Мы можем снова начать общаться. И тут я ему сказала, что я переехала, и в отеле отличная охрана. Я знаю, я видел. Я больше не буду так. Хорошо, прощаю. Ну, мы до этого еще с ним общались. Там просто бессмысленный смс, который я не вижу смысла показывать. И я так рад. Сейчас чувствую, что наше общение возвращается. Я скучал по тебе, любимая.
Нутелля. Ты теперь никогда не будешь принимать от меня посылок. Чтобы там опять какой-то жучок оказался? Нет, спасибо. В общем, он мне сказал, что у него год уже хранится посылка, которую он мне хотел отправить, но я его уже заблокировала, он не мог этого сделать. Я решила, что пусть свершится новогоднее чудо, дадим ему шанс на исправление. Но мы год с ним не общались, а вдруг реально в человеке что-то изменилось. И прямо сейчас я хочу открыть посылки, которые он мне прислал. Честно вам скажу, я уже знаю, вот что в одной коробке, я немножко даже ее подскрыла. В общем, это огромная, нереально тяжелая коробка, наверное, килограмм 13 весит, и тут подписано Лего. Я вам сейчас просто покажу этот размер. Это очень тяжело. Ё-моё. Она мне прям, она прям по лицу, у меня тут отпечаток моих губ остался. Ребят, вы это видите? Вот так вот. Она не помещается в кадр. Там, да, вам не видно. Короче, это что-то огромное, я предлагаю начать открывать с него. Честно скажу, я думала, что Лего больше я в своей жизни не вижу, поскольку Лего у нас больше нету, да, не поставляют, и поскольку я сама бы Лего себе не покупала, потому что мне жаба душит, но тут что-то, я не знаю, мне, наверное, кажется, я сверху коробочку видела, мне кажется, там, наверное, несколько посылок. Давайте тогда начнем с первой. Видите, я еще даже не до конца открывала, я просто так вот обернула чуть-чуть. Нормально. Я знаю, это один набор. Ребята, это набор стоит 75 тысяч. Это целый полномасштабный, блин, замок Хогвартс. Я заходила как-то в отдел Лего. Мне нужна была рука, потому что я потеряла руку от одной детальки. Я заходила, там можно у них набирать, и я брала руку. Я видела этот набор, у них на главной витрине висел. 75 штук стоит этот набор. Ё-моё, когда мне собирать-то? Как бы вам достать-то? Господи. Я не знаю, как его достать. Вам видно? Так. Как это сделать? Так. Будем пробовать. А, ну слушайте, нормально снимается. Ёшкин матрёшкин. Это что, блин, такое? А куда тебе рукодробку-то сдеть? У меня нет слов. Ой, слушайте, я говорю, это килограмм 13 весит. Я в кадре, как вам обычно показываю, как тут показать. Давайте вот так вот, короче, подниму. Вот одна сторона, блин, отсвечивает, да? Давайте я сейчас свет выключу. Короче, вот одна сторона. Вам видно? Во-во-во-во-во-во! Быстро смотрите, скорее смотрите. Это одна сторона. Это вторая сторона. Видно? Как вот. Во-во-во-во-во-во, смотрите. Я же не соберу это. Вы чё? Мне даже ставить его некуда. Я сейчас в маленькой квартирке живу в отеле. Как мне его собрать-то? Давайте, смотрите, так сделаем. Я пособираю сколько смогу. Но, скорее всего, тут до Нового года-то мне. Я же, конечно, заранее снимаю, но не настолько заранее. Когда соберу его полностью, если не соберу в этом видео в конце, то выложу фотографии вообще, как собираю, в своем телеграм-канале, если вам интересно посмотреть на момент сборки. Потому что я серьезно, я не успею собрать его к этому видео. Давайте поставим куда-нибудь этот набор. Слушайте, но 75 тысяч. Купить такое? 75 тысяч! Это, блин, месячная квартира в Питере, аренда. Причем, что квартира, которая трешка с офигенным ремонтом. Жесть. Ничего себе, у него год она хранилась. Ладно, давайте смотреть дальше. Да ладно? Слушайте, я не знаю, как у вас, но у меня сейчас просто жесткая ностальгия. Это 3 капсулы Гарри Поттера. Слушайте, не пожалела, что я с ним помирилась. Не пожалела. Такой набор Лего, это ж капец. И 3 капсулы Гарри Поттера. А, кстати, смотрите, там троечка написана. Это получается новая серия. У меня таких точно нету. Честно скажу, в шоке. Предлагаю пойти прямо сейчас открыть их. Ну что, открываем первую капсулу. Первая ячейка. Из какого факультета наш герой? В принципе, стирай, не стирай, я уже вижу, что это Гриффиндор. Да, Гриффиндор. Вторая ячейка. Смотрите, они сделали сейчас вот так вот. Надо намочить. Конфунтус. Я думаю, что это Гермиона нам попадется. А теперь основное окошко. Давайте посмотрим, кто тут может попасться. Гарри, Гермиона, Джордж, Фред, Тонкс, Грозный Глаз, Амбридж, Трелони, Невилл и какой-то секретный герой. Ну что, начинаем? Первый пакетик.
Это маховик времени, так что определенно нам попалась Гермиона. В этот раз какие-то пакетики уж совсем худенькие. Это у нас... это камешек, которым кинула Гермиона в Гарри, чтобы предупредить о том, что идут за клювокрылом. Правильно, нет? Вы реально посмотрите, какие в этих капсулах маленькие пакетики. Там почти ничего нету. Они что, серьезно? А это что? Это вообще какая-то фигня. Да. Ну а теперь сам герой, сама Гермиона. А похоже, я действительно угадала, потому что ее образ как раз-таки из Гарри Поттера и Узник Азкабана. Но Гермиона красивая. А мы переходим ко второй капсуле. Итак, номер один. Хоть бы не Гриффиндор. Это будет уж слишком. А нет, это Пуффендуй. Хорошо, теперь заклинание. Протего. Переходим к самим деталям. Вот такая палочка. Это ужас какой-то. Честно скажу, очень сильно расстроили, очень сильно. С этими детальками. Слушайте, я не понимаю, что это... А, ладно, вот это еще круто. И последний маленький пакетик. Метла. Да? И это у нас Тонкс. Ну, ничего такая, согласитесь. Прикольная. И наша последняя, третья капсула. Главное, чтобы не было повторов. Вот это меня уже напрягает. Это Гриффиндор, определенно. Энгордио. Короче, живем-живем, потому что тут это, героя у нас нет такого. Опа, а тут что-то толстенькое, да ладно. О, это кто-то из близнецов будет. Какашка, допустим. Они, по-моему, вообще все одинаковые. Карандаш. А нет, это петарда, господи. Так. И как теперь понять и различить? Объявляю батл. Как думаете, это Джордж или Фред? Все, батл начался. Насколько же это просто такие флешбеки, знаете, я вот вспоминаю прям в то время окунаюсь, по-моему, тогда еще самоизоляция была, насколько я помню, да-да-да, самоизоляция была, и я сидела на балконе, да, я же почему на балконе-то стала снимать эти видео, потому что была самоизоляция, выходить на улицу было нельзя, мне хотелось свежего воздуха, было солнце очень классное, мне просто хотелось чего-то свежего воздуха, я вот села снимать на балконе, и в итоге пошло-поехало, и теперь это такая традиция снимать на балконе. Ладно, давайте смотри дальше. Фуго. Это ужас, что... Я не смогу это показать, ребят. Если сказать, что это, типа... Вот помните дудка? Ну, типа, ну, мужская дудка. Только это женская. Короче, это точилка. Вот карандаш вставляет точилку. Это точилка. Только не для карандаша. Девичья точилка, понимаете? Имитация... Только хорошие эмоции были, только вот типа ностальгия. И тут жесть, и даже дальше не хочу смотреть. Это мы с вами уже видели. Я выложу свой телеграм-канал. То, что не могу показать в этом видео, выложу в свой телеграм-канал. Но, пожалуйста, подумайте, во-первых, несколько раз, стоит ли оно того. И, во-вторых, я выложу, наверное, всего на сутки. На сутки удалю. Даже, может быть, меньше суток. Просто чисто вот покажу и удалю сразу. Это леденец. Кто смотрел вообще в моем телеграм-канале, собственно, подарки его, вспомните шоколадку. Вот того места, и где вот так вот два пальца. Тут то же самое, только это, я так понимаю, леденец. Леденец на палочке. Ты мне уже это присылал. Че одно и то же шлешь? Этот леденец год пролежал, я забыла. Бесполезно. Смотрим дальше. Жопа в тарелке. Пойдет. Это еще самое безобидное того, что тут было. Розочка. Вы поняли, какая розочка? Розочка. В телеграм-канал выложу эту розочку. Это, по-моему, шоколад. Ему тоже год. Нафига он мне шлет просроченный шоколад, я не понимаю. Так, а это типа открывашка. Да, это открывашка, но, видимо, я говорю, все год пролежал, и видите, уже наклейка отклеилась. Ну, хорошо, потому что там не очень это было. И в чем смысл этой открывашки? Блин, тут динамик какой-то есть. Мне страшно. Ну его нафиг. Возможно, она тоже уже испорчена. Но она еще как заорет, блин, я же офигею. А может, типа, когда открываешь как-то, она говорит, нет.
Может быть, реки сели. Страшно, вдруг она заорет. Короче, это открывашка, и типа какие-то звуки она издает, но она сломана. Это хорошая новость. А что в этом мешочке? Это портупея. Это я сразу узнала. Это портупея, короче, на ногу. Это очень круто, ребята. И типа можно чулок цеплять. Слушайте, ну портупея, это очень красиво. Блин, за это спасибо. Тут какие-то бусинки. Что это такое? Simple Dimple, ты ли это? А что это такое реально? Не понимаю. А подождите, тут щель какая-то. Слушайте, а оно как лизун, короче. От просроченности уже все. И тут какие-то пузырьки. Я не знаю, что это. Если у вас есть идея, скажите. Нет, не говорите. Не говорите. Что за мини-рыболовная сеть? Кому нужна рыболовная сеть для Барби? Да, моя Барби была бы в восторге. Может, это от чего-то, что-то где-то упало? Сейчас будем смотреть дальше, но я не знаю, что это. Такое точно не покажу. Короче, это подставка для телефона. Но знаете, какая часть там? Я покажу вам. Вот получается вот тут вот, ну, ниже пояса, да? И вот посюда. Женская. И типа вот так вот телефон ставить. В Телеграме покажу. Да. Да, он что, реально думает, что я такая свой айфончик поставлю вот туда вот? Пустите, держит его или что? Ну и у нас осталась последняя вещь. Это свисток, походу. Даже свисток не свистит, что ли? Извиняюсь, что железный свисток-то каким образом мог срок годности постечь? А может, у него не посвистеть? Может, он типа как это просто... Тут какой-то ключик еще есть. Ключик для чего? Не знаю, свисток. Да не понимаю. Ну что ж, это были все подарки. И я думала, может быть, он меняется. Но, судя по всему, становится все только хуже. Потому что плохих подарков в этот раз было в разы больше. То есть из хороших это только лего и капсулы. Все. Дальше все плохое. Даня, ты че такое лего стоит 1070? Уже открыла? Так как только коробку мне вот просто доставили, как только я увидела лего, и как только я почувствовала, сколько это весит, я сразу такая бжик, короче, прическу не делала, шапку натянула и бегу. Мне было интересно открыть, что там. И когда я увидела, я просто офигела. Быстро ты. Блин, этот лего, он же огромный. Как я успею его собрать? Я в шоке. Рад, что понравилось. Все сделаю для тебя. Вы верите, что он кого-то любит? Я вот не верю в это все, придятина. Я когда коробку увидела, и что там лего написано, думала, там просто наборов несколько. Тебе реально не жалко столько денег на лего? Когда это мне было жалко денег на тебя? Ну... А реально он на меня столько денег тратит? Я помню это, но я подзабыла, знаете, со временем. Капец. Вот, девочки, что за дисбаланс, да? То готов там тратить на тебя все, что можно, но миритесь с дудками всякими. Угу. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. И капсулы новые. Таких фигурок у меня не было еще. Теперь будем их собирать. Я больше тебя не отпущу. Если вы ставили на паузу и читали реально наши переписки, то вы увидели, что я никакого однозначного ответа ему не дала. Я еще думаю, продолжать с ним общение или нет. Я еще думаю, я еще с вами не посоветовалась, он уже все решил. А ничего, что в этот раз у тебя плохих вещей больше, чем хороших? Это же старая посылка. И что? Плевать, что старая посылка, ты же все равно ее отправлял, ты мог заново туда что-то выложить, что-то положить. Тем более, когда мы в ссоре, когда ты знаешь, что мне такое не нравится, ты мог как бы все сделать, но ты просто не стал. Когда я тебе ее в первый раз отправлял, там еще ела была. Ела? Еда. Тут еды нет. Так я ее съел. В смысле ты съел мою еду? В смысле ты съел мою еду? Это моя еда! А что ж ты? А что ж ты? Шоколадку-то свою вот эту вот не съел? Розочку свою не съел? Что ты мою еду съел? Она год лежала, еда бы уже испортилась. Да-да-да-да-да-да-да. Рыболовная сеть мне зачем? Девочки, кто со мной на рыбалку едет? Будем улиток ловить, блин. Чё? Я тебе такое не посылал. Не посылал, говоришь? Да что ты? А, понял. Так зачем? Червячка на нее поймаешь. Есть рыболовные сети для червей? А, ну вообще-то логично, чтобы червяков не выкапывать. Так червяки в земле, а не в воде. Чё-то я не... Какого червячка? Моего. А я это держала в руках.
Напоминаю, что мы еще не помирились. Молчу. Где эта хрень? Вот этот Simple Dimple, мне нафига? Антистресс зачем? Прозрачный с шариками? Прозрачный с шариками. Ну только не шарики, тут бусинки, тут прям вот видно бусинку. Ладно, не буду давить, сейчас еще окно выбью. Да. Это для червячка, которого ты выложила бы, но ты отказалась от рыбалки. Чего? Для червячка, которого выложила бы, но ты отказалась от рыбалки. А как это? А куда? Он получается реально типа раскрывается. Так я пыталась, смотрите. Вот, я пытаюсь тут раскрыть, она всклеилась. О, получилось. Тогда понятно. Гадость. От жопы в тарелке я тоже откажусь. Я тебе из Тайваня привез ее. Даже жопа в тарелке была в Тайване, а я не была. Полетели. На какое число брать билет? Угу, уже. Не переключайся с темы. Ты мне зачем вещи для парней кладешь? Например, эта штука женская. Тут, по сути, реально практически все идет для мужика. Не для меня. Нет, не в смысле, что мне надо мне что-то. Я имею в виду, что это бессмысленные вещи. Зачем он мне их дарит? Мне-то они не нужны, реально не нужны. Так, женская или мужская? Ну, в смысле, штука сделана в виде женских, но она для мужчин. Женская дудка для мужиков. Я ее использовала потом... Чё? Я ее использовала, потом тебе решил подарить. Ты шутишь? Скажи, что ты шутишь. Что? Ты сейчас серьезно, блин? Фу, а я это трогала. Фу, гадость. Меня сейчас тошнит. Ты больной? А я еще такая... Ой, секундочку. Это фу. Это реально правда? Ужас. Я пошутил. Я уже хотела, не знала, чем руки обрабатывать. Слава богу. Я ведь эту гадость руками трогала. Мы стали бы ближе. Не надо нам ближе становиться, блин. Мне такое ближе не надо. Твой шоколадная палочка что-то ты не съел, а мне послал. Просрочку шлет, нормальный? Такую красоту было жалко есть. Поставь рамочку. А он мне такой, я изменился. Вы видите, чтобы он изменился? Он такой же. Я смотрю, ты вообще не изменился. Эта посылка была год назад собрана. Я изменился. Короче, посылки жесть, как обычно. Даже показывать нечего людям. Да я правда изменился. Угу. Ладно, я хочу сейчас задать ему вопрос, который на протяжении года меня тревожил. Я же с ним так и не поговорила после того, как все это получилось. Зачем ты мне жучок подбросил? Чтобы что? Мне интересно очень сильно, с какой целью он реально подбросил мне жучка. Для чего он это сделал? Да я не хотел ничего такого. Хотел себе напрямую посылки отправлять. Цветы. А смысл тебе напрямую, если они до меня доходят? Тебе какая разница? Чего ты врешь? Хочешь сказать, ты бы ко мне не приехал? Приехал бы, но я не стал бы тебя пугать. Может, издалека бы смотрел на тебя. Ну, то есть, если на меня какой-то тип будет издалека смотреть, для меня это будет не стрёмно. Сталкер ты недоделанный. Жесть просто. Это тупо. Зачем против воли человека все это делать? Я правда ничего плохого не хотел тебе сделать. Да это не важно. Не важно, что ты хотел сделать или не сделать. Но подкладывать жучок человеку-то слишком. Насколько я вообще знаю, это даже незаконно. Я понимаю это. Угу. После этого я уже не хотела с тобой общаться. Я это уже понял. Я везде пытался связаться с тобой. Ты везде заблокировала. Ладно, давайте узнаем у него теперь, как он вообще жил. Расскажи, как жил, что ли? Что нового у тебя? Заодно проверим, что нам там экстрасенсы нагадали, там приворожили его, все вот это. Короче, сейчас выясним, правда это или нет. Да ничего, весь год фигово было. Я по тебе очень сильно скучал. Мне тебя не хватало. И я тебя правда люблю. И все время думаю о тебе. Я был так счастлив, когда ты вытащила меня из ЧС. Так надо было головой думать. Ты знал прекрасно мое отношение ко всему, и тем не менее ты подкладываешь мне жучка. Классно. Надо было думать головой. Понятное дело, что я не захотела с тобой общаться. Ты перешел границы. Я не знаю, кто ты. Мы не виделись. Ты парень, который присылает мне 18+. Я понятия не имею, что у тебя в голове. Так что моя реакция вполне оправдана. Я считаю, что я тогда сделала правильно. Это реально далеко зашло. И это уже никуда не годилось. Нужно было реально все рвать. Согласен. Полностью признаю свою вину. Больше не повторится. Ты дашь мне шанс? Я подумаю. А теперь давайте вопросик про экстрасенсов там. Такой вопросик. У тебя ребенка нет? Вдруг мы что-то не знаем? Прикиньте, сейчас, короче, все правда окажется. Я сейчас на офигею. Я офигела. Есть. Я тебя люблю, но у меня есть ребенок.
Реально? Че, у него реально ребенок? Да тьфу ты, блин, это Грета, наша дочь. Я даже не знаю, где Грета сейчас живет, и она не со мной. Да я серьезно спрашиваю. Мне экстрасенс нагадал, что у тебя жена и ребенок появились. Нет у меня никакой жены и ребенка, че за бред? Тебя какая-то девка приворожила. Видимо, фигово приворожила. Потому что я тебя как любил, так и люблю. Лена, я... тебя, пойми уже. Не люблю, когда впустую признаются. Ну, типа, когда это не так. Уже столько лет общаемся, а ты все еще скрываешься за фейком Пейтона. Ты не хочешь со мной видеться. Я готов открыться, ты не готова. Действительно, чуть не хочу. Мужички подкладывают такие, эти подарки шлют, и я не хочу. Действительно, что это со мной? Конечно, блин, не готова. А тебя потом не отделаешься. Я же знаю, что ты меня... Чего? Я же знаю, что ты меня тоже любишь. И ты скучала по мне. Признайся. Это вообще не так. Хочешь сказать, у тебя ко мне чувств нет? Нет. Ты только сейчас это понял? Нет. Я тебе не верю. Это твое право. Давай будем честными. Признайся. Я тебе признаюсь в том, что приезжал к тебе домой. В смысле? В смысле? Я приезжала к дому, где ты жила. А я говорила, что это не просто так. Я говорила, что это ни для каких ни цветов, ни посылок. Я даже не знала. Вот так живешь, и ты не знаешь, что тебя кто-то преследует. Ты офигел или чё? Я не знал, в каком подъезде ты живешь. Знал, что на последнем этаже у тебя купол большой. Осмотрел дома, и там только один такой был. Я нашел подъезд, нашел этаж, а номер квартиры не нашел. Он был на моем этаже? Ты был на моем этаже? Да. И я как-то часов 5 сидел на лестничной клетке. Ждал, вдруг ты выйдешь. В смысле, то есть в момент, когда я сидела дома в квартире, фейк Пейтон сидел на лестничной клетке? Серьезно? Жесть. Мы не пересекались? Нет, я тебя не видел. Сколько ни ждал, ты ни разу не вышла. Ребята, это ненормально. Он ненормальный человек. Откуда я знаю? А вдруг я не знаю, просто выйду куда-то, да? А ко мне кто-то подлетит сзади, хоп, по голове, погрузит куда-то и увезет. Я считаю, с ним вообще не надо общаться. Ты просто ненормальный, пока. Я не хочу с ним общаться. Мне просто повезло, что я не вышла из дома. Я говорю, мне реально страшно, у меня тревожность на душе. Я не знаю, что от человека вообще ожидать, что он может сделать. А по сути, реально, мы же не знаем, кто он. Может быть, у него реально справочка есть. Может быть, он реально неадекватный человек. А мы такие с вами хихи, ха-ха, классные видео, типа вот это прислал. Но мы же не знаем, кто там сидит и кто это присылает. Так, все. У нас Новый год на носу, давайте не будем об этом думать. Что ж, ребят, вот, такая вот, вот такое вот видео получилось. Я сколько соберу лего, столько вам покажу. Давайте, знаете, вместе решим, что с этим всем делать, все вместе обсудим. Сейчас я даже не хочу забивать голову фейком Пейтона, вообще не хочу о нем думать. Я хочу думать только о предстоящем празднике, о Новом годе. Ох, я объявлю победителей на RightMoonBox в своем телеграм-канале. Либо в следующем видео, которое выйдет в январе. В общем, посмотрим. И там объявлю, поэтому в телеграме будет это раньше. Так что можете посмотреть в телеграме. Кто не может в телеграме, то ждите января. Ну что, ребята, еще раз наступающим вас Новым годом. Я надеюсь, вы получите офигенные подарки, которые желали, хотели, мечтали. Я надеюсь, что ваши подарки близким понравились. И вообще, что вы сегодня отлично проведете время. Кстати, напишите в комментариях, как вы будете его отмечать. Ну а я напоминаю вам, что вы всегда можете подписаться на мой телеграм канал, где есть чат, где вы будете общаться всю новогоднюю ночь, если захотите. Вот такие вот дела. Я вас люблю, целую, обнимаю, всем спасибо и пока!